Друзья, смотрите, вот забиваю гвоздь молотком. Как бы надо прошить вот этот вот все сарайчик. Так, это лишний гвоздь. Муторно молотком-то все это вот забивать. Сейчас покажу вот эту вот штучку. Вот у нас есть вот такая дурмашина. Вот такая штука. Вот такой вот агрегат. И хитрая насадка. Вот такая насадка хитрая. Вот. Она позволяет забивать гвозди. Вот так вот она вставляется в перфоратор, в любой. Вот. И будем забивать гвозди. Вот так переключим в режим молотка и начнем бомбить, короче, вот этой штукой гвозди. Друзья, короче, вот смотрите, переключили в режим молотка и ускоряем вот этот процесс. Просто тупо. Сейчас мы это сделаем. Вот забитый гвоздь. Вот, раз. Молотком муторно как-то. Вот этой дурмашины, покажи целиком. Вот. Вот такой вот штукой. Короче, альтернатива нейлеру, да, который будет забивать гигантские гвозди. Вот, допустим, вот такой вот аппарат. В режим молотка переключим. Смотрим, вот следующий гвоздь. Забито по самую шляпку, то есть молотком, ну, бомбить долго тоже приходится, а этим вот агрегатом проще как-то. Вот смотрите, вот забит следующий гвоздик. Это большие, кстати, гвозди, забиваем. Вот тут старые гвозди, а здесь новые сейчас. Прошивка сарая. Досок. Шумно работает, наверное, да, но все равно зато облегчает жизнь. Скептически настроенные граждане, можете на вот это не обращать внимания и идите себе купите за 50 тысяч или за 80 тысяч нейлер. Особенно там, вы же все как бы кончаете от этого Hilti, да? Вот забил. Следующий сейчас тоже подобьем. Вот маленький гвоздик тоже давайте подобьем, который лишний оказался. Вот. Вот такая вот конструкция. Перфоратор, дурмашина, агрегат. И вот такая насадка. Поршневая с пружиной. Вот так вот она. СДС посадка в любой патрон. Поршень бьет. Это направляющая трубка, пружинка. Друзья, кому понравилось, пишите комментарии, пишите ваше мнение. Делитесь этим видео с друзьями, со своими. Покажите многим, что вот такое бывает. Критика приветствуется, адекватная критика. Оскорбления не приветствуются, за оскорбления сразу лютый бан. До встречи в новых видео. Всем пока.